Хей, ребята, с вами Фибоначчи, и мы продолжаем прохождение игры под названием Bloodshow. Ну давай, удачи, Ник. Йоу, как дела, Отторс? Где я? Комары одолевали всю ночь. Отвали! Кто это? Это он! В чем разница между либерал и щенком? Щенок перестает ныть, когда вырастает. Иметь щенка всегда было моей мечтой. Чтоб меня. Ну это надо с кем-нибудь. Стиш, давайте с девкой, что-то она расстроенная. Растопить лед. Сколько весит белый медведь? Достаточно, чтобы сломать лед. Ты, наверное, уже слышал эту шутку? Да? Очень смешно, тупоголовый. Итак, что привело тебя сюда? В смысле, тут одни психи, искатели славы, конспирологи. Ты был от них недалеко. То, что ты говорил о наших жизнях, было не очень круто. Давай просто забудем об этом. Прости. Тебя чем-то задел Отто? Нет. Он просто женоненавистная задница. С такими ублюдками, как он, я общаюсь в сети каждый день. Отморозки, которые считают, что женщинам место на кухне. Вау. Мне он таким не показался. Но это какое здесь это имеет значение? Обычный сексизм не так плох, как беспричинное убийство. Это очень проницательно с твоей стороны, Тиш. Заткнись, придурок. Флиртовать. А ты знаешь, ты милая, когда злишься. Нихера себе у них. Тебе бы поработать над техникой флирта. А, блин, я думал продолжить флиртовать с ней, продолжить идти. Похоже, Ник начал крутить роман. Итак, в воздухе запахло любовью. Кажется, он неровно дышит, Тиш. Это может быть взаимно. Что такое? А, ну, ребят, вы что, совсем не подготовились? Воу, полегче. Ты куда пропал? Я же говорил, ушел разведывать местность. Полдня уже прошло. А я много где был. Там полно странных ублюдков. У нас есть более срочные проблемы. Там впереди идет другая команда. Идут в этом направлении. И зачем им идти на берег? Мы не можем ему доверять. Это может быть ловушка. Да, к черту его. Тебе-то я что сделал? Мне кажется, не надо ему доверять. Похоже на подставу. Что? Я искал вас, ребята. Мы в этом не уверены. Тебя не было несколько часов. Кто знает, что нас ждет, если мы пойдем с тобой? Знаешь что? Да ну вас. Мне лучше быть одному. Подожди, Отто. Черт. Итак, какой план? Может, сядем в засаду? Я же правильно говорю? Это, наверное, больно. Ложись!
Конечно, ответный огонь. Я не пойму, у меня сейчас что? А, сила, смотрите, уже 91 поднялась. Романтика поднялась. А было написано, как будто минус сейчас. По патронов, может, меньше становится. Становится меньше патронов, поэтому... И сила, может, она 100 сейчас была, да, а стала меньше. Парень Волк, это ты? Вот это шоу. Пошел ты, Ганнибал. Эй, а как на вкус голубая кровь? Ты ответишь за свои слова. Я бы остался поболтать. За ними! Стоп! Куда они делись? Стоп! Стой! Прости, тише. Охренеть! О, черт! Отлично, что я пошел за тобой. Отлично сработано на мосту. Вот это ты показал им. Сегодня твой счастливый день. Дэв Каннибал заманил в западню свою команду. И такое креативное использование мин означает, что Гэф видит свою цель. Тиш, Таскер и Некромео тоже задело взрывом. И от команды у нас ни хрена не осталось. Моя голова. Что случилось? Похоже, что это была мина. Похоже, им удалось использовать их. Взломать? Меня бы это впечатлило, если бы мне удалось избавиться от звона в ушах. Что с остальными, знаешь? Ни черта не было видно. Кажется, Скарлетт пошла вниз. Где мы? О, слава богу. Мы на 5 миль вглубь острова. Черт! Снова? Ты в порядке? Жить буду. Выключи его. Почему? Мы заблудимся. Нам нельзя засветиться. Ник, ты о чем? Знаешь, круто быть частью настоящей команды. Мне кажется, ты сделал верный выбор. Ни хрена себе. Давай. Что? Быстрее. Теперь ты звезда, да. Пожалуйста, отпустите меня. Прости. Отлично. Мы от лица Killstream хотели бы принести извинения друзьям и семье Скарлетт. Давайте почтим ее память минутой молчания. Идем дальше!
Вот же хер. Подставил всю команду. В игре все еще остались достойные соперники, но похоже, что Нику Ромео пришел конец, как и его команде. Но мне кажется, мы знаем, с кем было его сердце перед концом. Оставить эту идею, переключить канал? Это было прекрасно, они были бы идеальной парой. У них могло получиться, да? Но оставить Гэф на мосту, это было хладнокровно. Еще будешь? Да. Ник, не спеши. Давай передохнем. Там впереди что-то есть. What? Что? What? Что? What are you looking что for? Ты ищешь? You need to tell me what's ты должен рассказать мне, что происходит. Походу, придется рассказать. Этот урод Ари был почти прав. Половина группы не может быть мертва. Нет, не в этом. В том, что все предопределено. В смысле? Победитель выбирается до начала игры. Как? Оружие настоящее. Мины настоящие. Как можно не дать кому-то умереть? Это не точно, но насколько мы можем судить, они делают все, чтобы дать им преимущество. Мы? Я здесь не ради победы, Тиш. Хватит говорить загадками. Меня сюда направила группа Альянс. Они послали меня сюда, чтобы раскрыть правду. Что корпорация использует дипфейк-технологии, чтобы определить результаты киллстрим. Погоди, то есть ты хочешь сказать, что сценарии продуманы компьютером? Они могут менять трансляцию в прямом эфире, чтобы сделать все так, как им нужно. Зачем? Почему нельзя просто дать нам играть? Победитель — марионетка. Вся слава и власть, которую получает победитель, они могут контролировать, если будут знать, кто победит. Ален Корп конец. Они годами теряли деньги, они на грани. Цена игры постоянно растет. Взятки властям, где проводятся игры, юрисдикциям вещания, иски от игроков. А когда просмотры начали падать, им пришлось придумать план, как исправить положение. Мы не уверены, когда точно, но после ухода создателя начались серьезные изменения. Победители становятся большими знаменитостями, так? И после этого корпорация им становилась не нужна, поэтому они решили изменить ситуацию. А когда победители были у них в кармане, они смогли продержаться еще намного дольше, но сейчас они в отчаянии. Поэтому правила становятся все более жестокими. То есть, ты серьезно говорил про запрет сдаваться? Они делают это, чтобы поднять рейтинги? А кто же марионетка? Пока не уверен. Дай мне. Позволить, конечно же, пусть поможет. Жить будешь. Okay. Ладно, so, так что ты здесь, чтобы показать всю правду? How? Как? Why почему Альянс послал именно тебя? Скажем так, у меня есть причина ненавидеть Ален Корп. Альянс это знал, и никто не сомневался в том, что моя идущая под откос карьера позволит получить место здесь. Они дали мне это устройство, груз. Я должен встроить его в корпоративную сеть. Если получится, то они смогут взломать стрим, показать всю правду, дипфейки, исправить все. А зачем ты все это рассказываешь мне? Почему Альянс тебе не помогает? Они, наверное, узнали, что что-то планируется. В последний момент они поменяли локацию. Наверное, узнали про крота. Альянс все еще пытается выяснить, где мы. А GPS? Телефоны? Заблокированы. Все сигналы с и на остров проходят через сеть Ален Корпс. Это устройство должно было работать. Но, наверное, взрыв повредил его. Мне нужно найти доступ к сети Ален Корпс. Коммуникационная башня. Возможно, у меня получится отправить сообщение. Или даже понять, где мы находимся. Здесь должно быть что-то такое. Они ведут трансляцию с дронов 24 на 7. Дай гляну. Даже если радио сломано, мы должны суметь получить какую-то информацию. Я не собираюсь умирать на этом острове просто так. Так, дать. Не отдавать. Ну, надо как-то доверие повышать, наверное.
Давайте дадим ей устройство. Я доверяю тебе свою жизнь. Не беспокойся, солдат. Она в надежных руках. Темнеет. Нужно затаиться, пока не посветлеет. Тогда мы сможем увидеть другую башню. Будем следить по очереди? Бросим монетку. Не надо. Я начну. Точно? Можем поговорить. Почему ты здесь? Это сложно. Но все равно расскажем. Или нет? Ай, ладно. Для стареющего актера с детским лицом работы немного. Я не смог перестроиться. Алкоголь и наркотики взяли свое. ТВ и фильмы, все стало другим. Реальность убила звезду ТВ. Ты разбиваешь мое сердце, Майки. Иди ты. Ты винишь в этом корпорацию? Помнишь другого Ника? Ники Мёрк? Да, вы были отличными напарниками. У того, что мы делали, был срок годности. Когда Голливуд пережевывает и выплевывает тебя, что ты будешь делать? Все, чтобы остаться на плаву. Он так и сделал. Killstream, сезон 6. Подходят любые средства. Алкоголь и наркотики сделали из него другого человека. Он чувствовал себя неуязвимым. Он видел только такое решение. Так оно и есть для некоторых из нас. Прости, я не... У меня было желание сделать что-то для своей семьи, помочь им. Начались все эти стримы. Это был единственный вариант. Но как бы то ни было, везде есть читеры. Кто-то всегда давит на весы. И вот я тут. Денег от рекламы с моего канала, с тех пор, как я здесь, это уже что-то, так же? Что они думают обо всем этом? Они не знают. Уже, наверное, давно узнали. Господи. Это мне напоминает сцену из «Парней волков 2», когда ты в бегах и спишь на станции метро. Не думал, что ты знаешь эти фильмы. Да ладно тебе. В моем детстве только их и показывали. Конечно, я знаю эти фильмы. Опачки. Поцеловать? Не целовать? Да, конечно, поцеловать. Мы же романтичные. Ну все, любовь. В фильме такого не было. Пуленепробиваемый жилет. Нет уверенности, что он пуленепробиваемый. О, чёрт! Невероятно. Тиш, Тескер и Некромео все еще в игре. Может, их связывает что-то большее, чем просто взгляды? Ха! Смотри, он жив. Некромео жив. У меня не было сомнений, что он жив. Ты что, хочешь перепихнуться с ним или как? Да отвали ты. Хорошему парню трудно отказать, да? Вперед, Ник! Вперед, Ник! Везучий сукин сын. Скользкий засранец. Келвин, иди на восток. Присмотри за ним.
Не волнуйся, дружище, я присмотрю за тобой. Hello. Привет. How are you? Как дела? Где ты была? Или пойдем? В смысле, где была? Охраняла лагерь. Она же во второй смене. Где ты была? Как-то грубо, наверное, будет. Пора идти. Так. Я что-то в этом взгляде уловил. Calvin, right? Келвин, да? Calvin Biggs, а ты случайно не Келвин Биггс? О, Господи, это же ты. Ты был самым разыскиваемым преступником в Америке, да? Это ж просто жесть, что они творили. Проклятые низкопробные СМИ и их проклятая охота на ведьм. Я имею в виду, что если бы вы взяли в заложники автобус со школьниками, вы убили только учителя. Там точно что-то было? В смысле? Мне кажется, там была антенна. Какие у нас еще варианты? Направляетесь к антенне? Даже не думай. Следи за своей шестеркой. А что ты сам не следишь? Стой, ты должен послушать. Мы должны работать вместе. Я тебе это в прошлый раз сказал. Агрессивно либо спокойно, но сейчас, наверное, лучше спокойно. Ото, здесь происходит больше, чем ты знаешь. Опусти пушку. И давай поговорим. Все-таки он хороший. Зря мы его отшили тогда. Чем разница между этим островом и мертвой проституткой? Остров все еще сосет. Мне непонятно вот что. Если они могут сымитировать часть, то почему не могут сымитировать все? Зачем тратиться на все это? Объяснить. Слишком много переменных. Всю драму, борьбу за власть случайных людей сложно предугадать. Плюс, не знаю, заметил ли ты, но в этом году они внедряют серьезные ограничения. Да что это за шоу такое? Аминь. К моменту, когда начали все исправлять, слишком много людей было вовлечено. Вы доверяете горстке людей на самом верху, чтобы они молчали, они теряют больше всех. Победители должны молчать, но что насчет остальных? Итак, кто это? Ну, марионетка. Победители? Ари, кажется, думал, что все это фейк. Я знаю, он действительно верил в это, может, он что-то понял? Может, это ты? Загадочным образом появился после взрыва, одной ногой в группе, другой вне ее. Слегка подозрительно. Стоп. Это может быть кто угодно. У меня есть подозрения, но нет смысла тыкать пальцами. Это могут быть несколько человек. Куда мы идем? На запад. Подальше от центра? Там были здания, что-то типа комплекса. Там должно быть что-то. Опять этот взгляд. Контроль 2, докладываю. Мы потеряли Ромео. Продолжаю прочесывать территории. Отбой. Мы идем дальше. Их осталось 10. Чувствуете? Такое напряжение. Хоть топор вешай. Ник Ромео все еще числится пропавшим. Может, надежда все еще есть? А может, кусочки просто слишком малы?
Странно, они ничего не показывают. Нет, это дерьмо. Что за хрень творится? Это шоу скатилось ниже некуда. Слушайте, я все понял. Это она. Она подставное лицо, мне кажется. Во-первых, она куда... Ну, романтика 99, офигеть. Во-первых, она куда-то отходила. Это раз. И потом гневно как-то на меня посмотрела. Не гневно, а с подозрением. Вот-то нет, вот-то... Это точно нет. А, Ганнибал, как бы... Все хотят думать, что это Ганнибал, но это не он. Должно быть какой-то... Какой-то эффект неожиданности, да? Давайте смотрим дальше. Это отстойный план. Уже близко, за деревьями. За минным полем? Нам просто нужно пройти через поле. А другого пути нет? Кольцо мин вокруг острова шириной в 200 метров. По этому полю? Это дает нам преимущество. То есть мы полагаемся на удачу? Как человек, который пошел на битву 50 против одного, внезапно начал бояться рисковать? А это твое место, это точно то, что мы ищем? Я не знаю. Это лучше, чем просто слоняться в темноте, надеясь найти что-то. Ладно, какие у нас варианты? Я думаю, что есть кое-что еще, что мы можем сделать. Выкладывай. Ты сказал, что эти парни использовали мины, чтобы взорвать мост, да? Получается, что один из этих ослов понял, как взломать мины, чтобы взорвать по команде, то есть их можно взломать. Если их можно взломать, то я могу понять, как их можно активировать, или как деактивировать. То есть мы возьмем мину и взломаем, чтобы активировать? Кажется, на это уйдет вечность. Только в первый раз. Это умные мины. Значит, они объединены в сеть. Они отправляют сигнал на включение-отключение от одной мины к другой. Если я смогу взломать одно, то, возможно, смогу обезвредить все. По крайней мере, в этой зоне. Вау, похоже, что это будет очень долго. Ну и ладно, придурки. Идите, найдите палки побольше. И ковыряйте ими все 200 метров. Метр за метр. Уверен, что тут никакого риска. Но мне нравится его план. Ладно, задрот. Давай найдем тебе мину, чтобы ты с ней поиграл. Это что, шутка? Он себя подорвет. Да пофиг. В любом случае, это не будет серьезной потерей. Воу-воу-воу. Что за дела? Как вы думаете, я взломаю мину? Мне нужен компьютер. Не волнуйся, я заблокирую отправку любых сигналов, по которым нас можно вычислить, чтобы мы остались незаметными. Ну, подорвет и хер бы с ним. Мне кажется, я сейчас немного себе романтику ухудшил. Нет. И мораль не увеличил. Ничего я не сделал. А вроде какая-то что-то там появилась. Это плохая идея. Ладно. Это должно сработать. Как мы узнаем, что это работает? Ну... Если я подойду сюда, то все в радиусе 3 метров будет отключено. Откуда нам знать? Попробовать. Ты пробуй. Эта штука у тебя. Осторожно. Подожди. Что? Мина активируется. Ну, конечно. Черт подери! Ты гребаный идиот! Не сработало. Что, серьезно? По крайней мере, я попробовал. Ты нас чуть не убил, не говоря уже о потраченном времени. Нас могут найти, надо идти быстрее. Напомни мне план Б. Что это было? Курица. Я-то знаю, что за ними идут. Нам надо ускоряться, если нас поймают, мы покойники.
Ну все, достаточно. Расходимся. Но это было не так уж плохо. Ложись! Прикрыть. Беги к деревьям, мы тебя прикроем. Стой! Оу, май. Фак! Чёрт! Ну и продолжим, ребята, прохождение. Мы уже в следующей серии. А если понравился видос, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый выпуск. С вами был Фибоначчи. И... пока.